Данило сьогодні вперше спробує себе в амплуа актора. Говорить, що своєю першою ролью у спектаклі «Заручня» задоволений, але хвилювання присутнє. Я сегодня предок, один из множества. Роль не очень большая, но для меня это очень хороший базовый опыт. Я впервые выступаю с новым театром, так что мне вполне хватит на сегодня, мне кажется, да, такой небольшой роли. Інший актор в новому театрі грає вже давно. Сьогодні Євген виконує роль року людської долі, який думає, що робить все, що захоче. Підготовка до вистави була дуже складною. А вот видите, ходули. На вот этих ходулях только мне предлагали еще больше их. Учитывая, что я на одних ходулях уже упал, но я не сдался, начал усердно работать и встал как бы на менее маленькие ходули. Ну, скажем так, 50% роли заключались, что я просто учился ходить на ходулях, потому что это очень сложно. Это ж надо вечно передвигаться, вечно быть в образе. Если на минуту я забуду, что получается надо ходить, и если я забуду, я остановлюсь просто, я упаду. Акторську метушню перед спектаклем перериває важливий ритуал. Всі разом стоять у коло і беруться за руки. Це приносить удачу на сцені, запевняють артисти. Это был такой ритуал, в котором все входили в такое общее состояние, настрой и заряжались, как бы одновременно делились своими энергиями как бы друг с другом. Вот. И это как бы, знаете, такая, как сохранение. Если что, мы с этого подгрузимся потом, если вдруг что-то испортим. Вистава «Заручня» – це продовження дитячої історії «Синій птах», який у свій час ставив Станіславський. У спектаклі бере участь більше 30 акторів. Серед них багато молоді з нового театру, які таким чином здають свій іспит. Этот спектакль был частью нашего предложения к этому гранту от конкурса «Мы – это город», что мы возьмем актерами наших выпускников, наших учащихся. В этом спектакле, как ни в каком, у нас около 37 действующих лиц, среди них 16 детей. Вот эти 16 детей – это воспитанники нашей театральной школы. Кроме того, из старшей группы театральной школы мы взяли тоже актерами 5 человек. У новому театрі навчається близько 50 молодих учнів з малозабезпечених та багатодітних сімей. Втілити їх мрію стати акторами допоміг конкурс «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». На роботу школи акторської майстерності театр отримав грант у 50 тисяч гривень. Я хочу сказати, що в начале в мае месяце было представление. Ребята, мы начинали только эту работу, театр начинал эту деятельность. Были ребята, в общем-то, с малообеспеченных семей, много ребят многодетных семей. Я скажу, что вот сегодня мы видим результаты уже работы программы «Мы – это город». Сегодня спектакль на сцене, на большой сцене, и надеюсь, что он пройдет с успехом, потому что сегодня мы видим аншлаг. Наступна прем'єра нового театру у Запоріжжі пройде 8 березня, а до цього юні актори відправляться на свої перші гастролі. Данило тим часом мріє про свою майбутню театральну кар'єру. Конечно же, знаете, такая ступенечка, раз, для своей именно карьеры театральной. Очень, конечно же, хочу, чтобы внутри что-то наполнилось. Ну и с этим уже дальше, вперед, в новые сцены, в новые представления. Антон Рудак, Костянтин Рушко, ТВ5.